Так, ну что, Камила Валиева выиграла произвольную программу. Умница. Камилу поздравляем и Терри целуем. Все как положено. Что касается самого проката, об этом уже поговорим в итогах. Конечно, кошмарные выходные по насыщенности соревнованиями. А дальше будет еще хуже. Я там с удивлением обнаружил, что после пятого этапа Кубка России будет не один Кубок Москвы, а два. Но об этом уже отдельно. То есть просто кошмар, все забито под завязку. Ну, будем как-нибудь справляться.